От Карена до Улан-Удэ почти 480 километров. Это почти 7 часов пути на автомобиле без остановок. Представьте себе, какой путь должен проделать предприниматель из Тумкинского района и какие затраты он понесет ради того, чтобы просто зарегистрировать свой бизнес. Но проблема решена. В Карене открылся центр предпринимательства «Мой бизнес». У нас в Тумкинском районе при администрации открылся офис представительства «Мой бизнес». Что это дает? Во-первых, это даст импульс развития предпринимательства. Предпринимателям будет очень удобно, чтобы услуги оказывались на месте, открывались новые предприятия. И также в плане получения льгот, финансовой поддержки от центра «Мой бизнес». Я еще не обращался и буду все равно с ними работать. И в дальнейшем, как бы, сегодня мы обсуждали этот вопрос. В дальнейшем, как бы, этикетки и вот эти, и все прочие, все нюансы будем, тоже бизнесом будем вплотную работать. Очень сильно облегчило. Я вот пришел туда, и мне сразу там доступным для предпринимателей языком объяснили, какие формы поддержки я могу получить. Мы уже воспользовались поддержкой. Мы заказали проектную документацию по культуртехническим работам на нашей земле. Вот, заплатили всего 5000 рублей и получили проект, который стоит там около 100 тысяч рублей. Да, да, нам это очень удобно. Мы очень рады, что в нашем Тумкинске, то есть, открылся такой бизнес. То есть, конечно, мы будем обращаться, когда нам понадобится, но без этого никак. Мы помогаем, то есть не помогаем, оказываем консультационные услуги, ну, финансового планирования, да, то есть это и как и бюджетирование, и налогообложение, и бухгалтерские услуги. Затем мы предоставляем услуги как консультации по маркетинговому сопровождению деятельности. Также оказываются услуги у нас консультационные именно по правовому обеспечению. В рамках реализации национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства в России, Республике Бурятия, а также при поддержке Министерства промышленности и торговли и правительства Республики, мы сегодня обеспечили возможность для предпринимателей Тумкинского района получать государственную поддержку также в режиме единого окна, так как и предпринимателям города Улан-Удэ. Это большой для нас шаг, это возможность помочь предпринимателям сэкономить время, финансы и оптимизировать многие процессы в ведении своей предпринимательской деятельности.